Налейте им, пожалуйста. Так, они там, там две. Понял, где живут? Хорошо. Начни запись, пожалуйста. Вы настроили, типа, экспозицию. Друзья, всем привет, это Melovin, и сегодня новая рубрика, Понятно. Если что, у него есть отдельная страница в Инстаграме, от чего добился. И сегодня реально впервые такая рубрика, я не знаю, продлится она долго или нет. Видимо, моим фанам, то есть вам и моей команде стало очень интересно, было или не было. Не знаю, что все-таки именно хочет узнать нового моя команда, но было или не было, давайте начнем. Ага, мы заготовили очень-очень каверзные вопросы. Было? Заранее. Или не было? Итак, пробовал курить в школе? Не было. А когда прям было? Прям правда. А когда было, я помню, просто подобрал какой-то окурок. Все это делали, но это было не в школе совсем. Детский сад. Испытывал сексуальное влечение к знаменитости? Надо говорить кому или нет? Ну, скажи. Думаю, не надо, и так все поймут. Целовался ли с кем-то на X-факторе? Ну, это правда, ни с кем не целовался. Не было той, с кем можно было целоваться на проекте, поэтому... А как же Нино? Такого не было. Нино Катамадзе? Ну, Нино! Винник? Нет, не было. Воровал образ у другого артиста? Не было. Боялся выходить на сцену? А почему нет какого-то среднего, типа там, даже, типа, возможно, но мне кажется, не было, потому что я все-таки переживаю перед выходом на сцену, но никак не боюсь выходить на нее. Нет у меня страха, что я прям стою за кулисами и боюсь выйти, поэтому не было. Смотрел порнофильмы, когда дома были родители? Было. Танцевал танец? Хорошо, что они не были в моей комнате. Танцевал танец Маруф с нацотбора? Было. Слушай, ты тоже танцевал танец, и ты танцевал этот танец, и ты танцевал этот танец. Поэтому мы все танцевали этот танец. Ходил инкогнито на концерты украинских артистов? Инкогнито? Редко, потому что вот как раз вот узнают. Придумывал матерные версии своих хитов? Было, и у вас всех было. Мне кажется, каждому будет интересно узнать название каждой песни, но в матерном варианте этого вы никогда не узнаете, потому что все-таки это дано знать только создателю. Влюблялся в фанатку? Было. А кто же это? Кончилось все плохо, я об этом знаю от фана, о том, что было много преследований там и всякой травли, поэтому, да, было. Может быть, это Альяна, узнаем в следующей. А сами попридумывали, я об этом не в курсе. Опустошал ночью свой холодильник? Не было, потому что мой холодильник все равно оставался полным. Как я! Завидовал конкурентам? Зависть, зависть. Я пытаюсь в себе побудить чувство и вспомнить, каково оно. Зависть. Нет, не было. Не завидую, потому что я знаю, через что проходит каждый артист, и с чем он сталкивается на протяжении своей карьеры. Завидовать, я вам скажу, тут нечему. Переодевался в Леди Гагу? В Леди Гагу? В Леди Гагу? Да, было, кстати, в школьном КВН. Да, было такое, у меня была такая огромная такая махина, юбка из картона, мы ее делали с ребятами. И, ну да, такой у меня выход был. Не трогай, пожалуйста, там ничего на моей полке, там палочка и так склеена, клей моментом. Не понимал молодежного сленга? Было, я почувствовал себя очень старым, хотя мне 22. Но на тот момент мне было 20, мне было 21. И мне стало стыдно, я начал гуглить все, что было в интернете, потому что весь сленг я на самом деле черпал именно из сайта ВКонтакте. А так как ВКонтакте закрыли, я удалился, то черпать я перестал. Нравилось видео, где присутствовала Садамаза? Нет, я бы такого не сказал. Ну, может, не во всем. Спал на уроках? Каждую математику. Каждую математику. Я просто спал. Мой педагог по математике, Елена Николаевна, кстати, последние годы меня даже не трогала. Она просто понимала, что если она меня позовет к доске, то я максимум могу посчитать деньги, но не
среднее арифметическое чего-то. Рассыпал важные встречи. Нет, не было, потому что я, когда я просыпал эти встречи, я не считал их важными. Лайкал свои же фото в Инстаграм. Было, я часто так делаю, не знаю зачем. Набирал полную тарелку в отелях All Inclusive. Да, было, это было в Греции, на музыкальном таком слете, и это был 5-звездочный отель, первый в моей жизни. И вокруг меня налетали на эти все столы, заграбывали все, что могли. В итоге тарелки оставались полными, потому что нет там бездны в желудке.